Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, скорая помощь занимает особое место в системе территориальной службы медицины катастроф. Я постараюсь в своем выступлении кратко изложить основные задачи и особенности организации ее работы. Существующая нормативная база на федеральном уровне, региональном уровне и отраслевом уровне позволяет на сегодня вполне обеспечить необходимые взаимодействия при возникновении и ликвидации медицинских последствий различных нештатных ситуаций. Порядок скорой помощи, который определен приказом номер 388, определяет основные функции станции скорой медицинской помощи, и мы видим, что они практически все связаны в той или иной степени с вопросами реагирования на чрезвычайно нештатные ситуации. На сегодня скорая помощь в Москве является самым крупным медицинским учреждением в Европе. Около 10 тысяч медицинского персонала. Каждый день на линию выезжает 1010 бригад скорой медицинской помощи. Более около 4 миллионов выездов ежегодно мы выполняем. Это 58 подстанций на всей территории города Москвы и 90 постов скорой медицинской помощи, в том числе на основных транспортных магистралях города. Все типы бригад, которые на сегодня обозначены порядком оказания скорой медицинской помощи, присутствуют у нас в городе. И, безусловно, основными бригадами, то есть бригадами первой очереди, которые реагируют на возникновение нештатной ситуации, являются бригады общепрофильные, бригады реанимационные, педиатрические, бригады инфекционные. И если при необходимости, уже во вторую, третью очередь привлекаются бригады узкоспециализированные. Можно выделить три режима функционирования скорой медицинской помощи. Первый режим – режим повседневной готовности. Кратко можно было охарактеризовать, как это, по сути, готовность к реагированию и поддержание готовности к реагированию, проведение обучения персонала, необходимый уровень обеспечения лекарственными средствами, медицинскими изделиями, сбор медицинской информации и взаимодействие с другими оперативными службами, если в этом есть необходимость. Конечно, на первое место выступает подготовка персонала, различные тренировки, учения, без которых сложно будет себя проявить при возникновении реальной ситуации. Следующий этап, это он уже более конкретный, этап, связанный с угрозой возникновения и с массовым обращением пострадавших. Здесь уже включаются несколько иные механизмы. Безусловно, уже в другую стадию переходит работа режима оперативный отдел, который, соответственно, уже пытается определить возможность реального бедствия, взаимодействия службы медицины катастроф территориальной, соответственно, уточнение свободных мест для возможной эвакуации пострадавших, их предупреждение о подготовке свободных мест, в том числе в реанимационных отделениях. Ну и дальше формируется резерв бригад, который при необходимости может быть уже направлен непосредственно на место развертывания происхождения чрезвычайной ситуации. Ну и, конечно, как апогей, это уже сама ситуация и работа скорой помощи в условиях ее в режиме реального времени. Прежде всего, конечно, направление бригад к месту ситуации, взаимодействие со всеми экстренными службами, формирование подвижного резервного бригад, если в этом будет необходимость, соответственно, направление резерва медицинского имущества, если потребуется организация сортировочной площадки. Дальше работа по определению места ближайшей эвакуации в профильную медицинскую организацию. Ну и, соответственно, как и завершение, уже подведение итогов и подготовка информации о всей ситуации, связанной с ним санитарными потерями. Безусловно, есть два приоритета при оказании медицинской помощи – доступность и качество. Но вот при оказании именно скорой медицинской помощи, безусловно, превалирует понятие доступности, поскольку без доступности, без максимально быстрого начала оказания медицинской помощи мы никогда с вами не добьемся качества, о чем уже говорили предыдущие докладчики. Чем определяется доступность оказания скорой медицинской помощи? Здесь вот на этом слайде они достаточно подробно, все критерии доступности представлены. Если вы хотя бы один из них, из этих критериев на сегодня исключите, то тут же возникнут определенные проблемы при реагировании, при случае возникновения каких-либо ситуаций, связанных с массовым количеством пострадавших. Начнем по порядку. Все эти элементы доступности, давайте про них проговорим. Прежде всего, современный колл-центр, безусловно, необходим, иначе сложно будет даже людям дозвониться до скорой помощи и сообщить о необходимости направления бригады скорой медицинской помощи.
Существует современный колл-центр, который позволяет проводить постоянный мониторинг загруженности операторов, качества их работы. И на сегодня реагирование оператора при обращении на 103 в Москве не превышает, по сути, 5-7 секунд. Следующий момент – алгоритмизация действий персонала. Без этого также невозможно сегодня уже работать. И на сегодня все ситуации нештатные выделены в отдельный поток обращений на скорую медицинскую помощь, которые берутся на особый контроль старшими должностными лицами оперативного отдела. Разработаны регламенты различного реагирования скорой медицинской помощи. Вот перед вами регламент реагирования при появлении пострадавших или заболевших в поезде, который следует или приближается к городу Москве. Здесь все четко расписано, все время реагирования, которое позволяет максимально быстро прибыть бригадам скорой медицинской помощи к месту возникновения данной ситуации. Как пример, о чем говорил Сергей Федорович, возможные варианты биологического воздействия, случаи, когда возникает необходимость подозрения на какую-то особо опасную инфекцию. На сегодня достаточно эта ситуация реальная в наше время. Вот так реагирует скорая помощь, должна реагировать скорая помощь при возникновении необходимости угрозы поступления пациента с какой-либо инфекционной патологией на борту самолета. Да, еще хочу обратить внимание, что, в общем, здесь нужно учитывать то, что проезд на тот же самый аэропорт занимает определенное время, согласование, списки и так далее. Там тоже нужно учитывать при... Николай Филиппович, пожалуйста, если можно, ближе к микрофону. Периодически пропадает звук. Следующий момент – это наличие системы навигации и позиционирования бригад скорой медицинской помощи, которая позволяет максимально быстро обеспечить реагирование и направление бригад в зону очага с массовым количеством пострадавших. Обязательно, конечно, цветовая дифференциация на мониторе. Видно хорошо, какие бригады свободны, какие бригады заняты. И самое главное, что в этой ситуации диспетчер скорой помощи может перенаправить бригаду, которая находится в режиме выполнения вызова в неотложной форме, на ту или иную ситуацию, требующую прибытия бригады скорой помощи с массовым количеством пострадавших. Мы сегодня ушли от понятия 20 минут, которое заложено на нормативной документации. И скорая помощь Москвы работает по принципу расчетного времени прибытия, которое рассчитывается программой и отмечается в навигационном комплекте у бригады, на что бригада должна ориентироваться при прибытии к пациенту. Это может быть 4 минуты, 5 минут и так далее. Безусловно, мы не можем ждать нормативно 20 минут. Ну и как результат, вот мы все-таки с каждым годом стараемся улучшить свои оперативные показатели. Следующий момент очень важный, сколько направить бригад скорой медицинской помощи на место того или иного происшествия. Здесь данный пример расчета первичного количества бригад, которое направляется как первый этап уровня реагирования при поступлении информации о той или иной ситуации нештатной. Ну и в общем уже как бы подводя итоги алгоритма реагирования, он специально на этом слайде. Здесь, безусловно, максимально быстрое прохождение всех этапов приема вызова, сортировки вызова, передачи вызова на бригаду. В целом, на сегодня среднее время реагирования составляет 8 минут при поступлении информации в каких-либо нештатных ситуациях. Время эвакуации, в среднее время от момента поступления вызова до момента эвакуации составляет около 1 часа. То есть мы стараемся уложиться в тот золотой час, о котором всегда все много говорят, необходимого для благоприятного прогноза жизни и здоровья пострадавшего. Действия бригады скорой медицинской помощи на месте происшествия. Конечно, здесь тоже требуется постоянное обучение персонала, потому что этому не так много зачастую уделяется внимания, но любая прибывающая бригада, которая прибывает первым, должна четко знать, чем она должна заниматься. И до прибытия медицинских сил выяснить ситуацию, если необходимо начать проведение медицинской сортировки. Вот. И ни в коем случае, конечно, бригада не должна работать вместе со спасателями в очаге. Это не их функция. Иначе просто при выносе пострадавших можно просто некому будет оказывать медицинскую помощь. Бригада должна всегда быть на границе очага и ждать, когда спасатели вынесут или выведут пострадавших из места какой-либо аварии. Ну и следующий момент, тоже очень важный, это необходимость сортировочной площадки. Мы сейчас этим вопросом активно занимаемся, планируем провести определенные тренировки, учения по этому поводу.
Все-таки бывают ситуации, когда количество пострадавших превышает количество, указанное в первичной информации при обращении на скорую медицинскую помощь. И тогда, конечно, требуется уже некая сортировочная площадка, которая позволяет оказывать этим людям, устранять жизнеугрожающие ситуации для последующей эвакуации пациентов в больничные учреждения бригадами скорой медицинской помощи. На сегодня мы располагаем достаточным запасом сил и средств для оказания всех видов медицинской помощи на догоспитальном этапе, в том числе включая и формирование резерва имущества в каждом округе города Москвы. Вот пример этого резерва с его перечнем оснащения. Этого нет на нормативных документах, это вот сделали мы сами, учитывая наш опыт работы в различных ситуациях чрезвычайного характера. Ну и, конечно, очень важный вопрос – это медицинская эвакуация. Сегодня она у нас, в общем, по сути, автоматизирована. Вот. И очень важно, что мы работаем в едином информационном пространстве с больничными учреждениями, и при направлении пациента в больницу одномоментно на мониторе диспетчера приемного отделения появляется информация о пациенте, о его диагнозе предварительном и времени выдачи места для медицинской эвакуации. Вот так выглядит рабочее место диспетчера отдела медицинской эвакуации. Вот, вводится информация. Информация поступает практически автоматически из карты вызова пациента. Дальше уже идет выбор ближайшего профильного стационара для выдачи места бригаде для медицинской эвакуации. Ну, вот здесь различные примеры приведены. Выборы стационар с учетом времени эвакуации, отдаленности и профиля эвакуируемого пациента. Конечно, безусловно, мы совместно с нашим центром медицины катастроф территориальным используем возможности санитарной эвакуационной эвакуации. Работает 3 вертолета. Причем мы сегодня эвакуируем не только пациентов, пострадавших в различных ситуациях, но и также пациентов с соматическими заболеваниями, особенно с новых территорий города Москвы. Ну, слава Богу, что как бы на сегодня, в общем-то, основной причиной ситуация с массовым количеством пострадавших является дорожно-транспортное происшествие. Для мегаполиса это характерно на сегодня. Вот. Но мы видим, что динамика в этом отношении положительна. Она как положительна по количеству ситуаций, возникающих в городе, так и по количеству погибших, и в том числе и снижению погибших до прибытия бригады скорой помощи, при бригаде скорой помощи и при медицинской эвакуации. Вот так выглядит распределение ДТП по нашим административным округам. Вот, все-таки есть определенная закономерность, связанная с количеством проживающих жителей в том или ином округе. В общем-то, на первом месте Юго-Запад, Южный округ, в котором проживает более 1 700 000 человек. Ну, в общем, к нему приближается Юго-Восток, Юго-Запад. Есть определенная корреляция, связанная с этим. Ну и, конечно, новые территории, обращаем тоже на это внимание, Троицкий и Новомосковский округа, учитывая большую протяженность, наличие большого количества трасс, то же самое является в этом отношении потенциально опасными. Ну и дни недели тоже очень интересно. Для города Москвы, видите, мы имеем в понедельник, мы имеем не такой подъем ДТП, как во вторник. Ну и, конечно, выходные дни, безусловно, они являются в этом отношении приоритетными. Примерно в половине случаев производится медицинская эвакуация, и в половине случаев, в 40%, идет отказ от эвакуации ввиду легкого характера повреждений у пострадавших. Безусловно, конечно, это в какой-то степени отвлекает наши медицинские силы и средства, потому что зачастую информация о пострадавших не соответствует фактическому наличию. И то же самое характерно то, что на один и тот же случай могут вызывать совершенно разные люди с разных адресов, при этом адреса не дифференцируют, что приводит к перенаправлению бригад скорой медицинской помощи. Ну и в итоге, конечно, если мы посмотрим на результаты по разным федеральным округам, и в целом, конечно, в Москве ситуация в этом отношении более благоприятна, в том числе это вот как и результат маршрутизации, реагирования и правильной эвакуации пациентов, пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях. Ну, выводы на слайде представлены. Конечно, здесь скорая помощь является основным звеном, потому что силы и средства все находятся у нас.
Все, что касается догоспитального этапа, безусловно, это скорая медицинская помощь. Очень важно наличие постовых бригад. Даже, казалось бы, в мегаполисе, где достаточно хороший трафик, высокая плотность населения, тем не менее, есть районы, в которых есть риск сложного прибытия бригад скорой медицинской помощи. Поэтому на сегодня 90 постов развернуты по всей территории города Москвы. Ну и, конечно, вот, учитывая все эти особенности, очень такая тонкая грань между всеми этими тремя режимами постоянной готовности, повышенной готовности. И, безусловно, нужно уметь очень быстро, буквально в считанные минуты, переходить из одного режима в другой. Спасибо за внимание.